Так, ну что, очередная попытка пройти ультражадность. Жизни у меня в достатке. Урон тоже отличный. Но единственное, что я предпочел бы, конечно, чтобы вот этих коз было больше. Хотя бы штуки 3 били. Даже выгодно, чтобы ключи оставались, чтобы появлялось больше вот этих человечков, из них выбивать пауков. Так, отлично, первая форма пройдена. Урона не получаю. Не
пойму, с чем это связано. Может, какой-то... Ну да, вот. Ни хрена. А ну специально попробую подставиться под волну. Не, получаю. Ачивочка. Так, ачивка, интересно, поддается просто за прохождение ультражадности, либо за прохождение кем-то. Кстати, это у меня, ну, вот, на самом деле, Азазель. Я артефактик использовал. А, здесь его ж не видно, я ж его уже убрал. Вот, который видоизменяет одного персонажа в другого. Так что у меня тут, по-моему, это Магдалена, да? Я не вижу отсюда. Да вроде она была. Сейчас надо еще финалочку заценить. Есть ли различия какие-то? Так, а что он у меня не заклинивает его? Прикольно. Так, ну-ка смотрим. Да вроде то же самое. Макмиллан схалтурил. Мог бы новый мультик сделать. Стопы, стопа. Вот этого ж не было. Надо пересмотреть. Нет, нового не было. Ладно, спасибо за просмотр. Буду дальше режимы юзать. Ну, новый Айзек, конечно, это просто что-то такое. Когда в него играешь, надо периодически охлаждать свой трах. Потому что игра полностью хардкорная стала у Макмиллана. Что-то у него вообще... Он с каждым аддоном все сложнее и сложнее. Ну вот, он любит такие игры. Ладно. Всем удачи. Пока-пока.